Шадринские общественники нагрянули с неплановой проверкой в магазины района, расположенные в селах Канаши, Дреново и Мальцево. Причиной стали обращения жителей на просроченный товар, а также на реализацию алкогольной продукции без необходимой лицензии. В ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, в частности, нарушение правил хранения продовольственных товаров и нарушение сроков реализации. Подозрения о том, что магазины торгуют просрочкой, подтвердились. В первом же магазине продавцы при виде камеры пытаются убрать под прилавок несколько бутылок пива, что неудивительно, ведь срок годности напитка давно истек. Далее проверяющие обнаруживают партию просроченных пельменей, которые по-прежнему находятся в свободной продаже. Август 18-го. Срок годности 6 месяцев. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Февраль. 1 февраля. Просрочен. У целой партии пива срок годности истек аж в мае 2018 года. Итог проверки. У ревизоров богатый улов. Во всех магазинах продается просроченный товар. Во всех случаях обнаружения просрочки общественники составили акты. Но если они не смогут материально наказать бесчестных работников торговли, то Роспотребнадзор накажет продавцов и управляющих рублем.